Прочные дружественные отношения связывают Россию с Алжирской Народно-Демократической Республикой. Состоявшийся в июне этого года государственный визит в Россию президента Абдельмаджида Табуна вывел плодотворное сотрудничество между нашими странами на качественно новый уровень. Была принята декларация об углубленном стратегическом партнерстве. Хорошими темпами продвигается российско-алжирская торгово-экономическая кооперация. Товарооборот уже превысил 2 миллиарда долларов. Последовательно расширяются гуманитарные связи. Мы ценим сбалансированный внешнеполитический курс алжирского руководства. В 2024-2025 годах Алжир получит место непостоянного члена Совета Безопасности ООН. И мы, конечно же, активизируем координацию с алжирскими партнерами по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.